Всем большой привет! С вами Раиль Арсланов. И добро пожаловать в хижину музыканта. Приближается Новый год, как в этой песне, которую мы сегодня разбираем. Поэтому, друзья, нужно что-нибудь новогоднее изучить, дабы за столом в Новый год сыграть клевую вещь, но еще чтобы по тематике подходило. Именно сегодня мы будем изучать песню, за которую вы так активно голосовали. Песня «Праздник к нам приходит». Или по-другому она еще называется «Новый год». Ну, смотря у кого, каждый год кто-либо из артистов эстрады исполняет эту песню. Иван Дорн, в этом году Дима Билан был, в прошлом году «Елка» была. Но я разучил эту песню по песне Ивана Дорна. Да, по записи Ивана Дорна, потому что эта песня в его исполнении больше всего мне понравилась. И она звучит круче, чем остальные, и очень подходит ложиться под гитару. Такая легкая, лайтовая. Поэтому сейчас мы посмотрим аккорды песни. Но прежде чем приступим, традиционно послушаем мой кавер на эту песню. Поехали! Праздник нам приходит, 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 день за днем все ближе, праздник нам идет, вместе с Кока-Кола встретим Новый год. Всех наполнить счастьем новая звезда. Новый год сплотит нас навсегда, навсегда. Праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит. Новый год шагает по планете, праздник приближается. Что когда мы вместе, все мечты сбываются, поверь. Тот, кто ищет счастье, пусть его найдет. Новый год нас снова вместе соберет. Нас объединит мечты, все осуществится, если рядом мы, я и ты. Праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит, Новый год шагает по планете, праздник приближается, там, где мы, Кока-Кола вместе, все мечты сбываются, поверь. Праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит, веселье приносит и вкус бодрящий, праздник о вкус всегда настоящий. Ребята, сегодняшний разбор будем вести сразу с трех площадок. Как видите, сейчас я переместился в инструментарий народников в консерватории. Как говорится, бомбанули настоящий масштабный разбор под конец года. Перед началом данного разбора хотел бы вам задать один вопрос. Как вы относитесь к уличным музыкантам? Вот такой вот вопрос. Свои ответы оставляйте в комментарии, потому что именно на этот вопрос я хочу снять сюжет в январе. Вопрос такой интересный и очень многогранный, и по этому поводу можно подискутировать действительно. Есть ли у вас ответ положительный? У меня он положительный. Для вас есть один канал на ютубе, Music Job называется. Там парень по имени Глеб как раз таки занимается этой сферой музыки, то есть уличными музыкантами. Он сам себя пробует в этой ипостаси, подрабатывает, там ставит эксперименты. И помимо роликов того, как сколько зарабатывает уличный музыкант в определенном городе, у него есть всякие музыкальные приколюхи. Поздравления на день рождения с 8 марта. И так далее. И если хотите выиграть электрогитару под Новый год, этот парень, Глеб, проводит сейчас розыгрыш гитары. Всего-то вам нужно перейти по ссылочке, что есть в описании под видео, или на экране вы сейчас его увидите,
и принять участие в этом конкурсе. И, возможно, ты станешь тем счастливым обладателем данной электрогитары. Не забывайте подписываться на его канал, также на Хижину Музыканта. Ну а мы приступаем к разбору. Поехали! Ну что, ребят, начнем рассмотрение нашего разбора, конечно же, с аккордов песни. Их здесь немало, так скажем, но они несложные. Сразу скажу, сначала посмотрим аккорды как в оригинале у Дорна, а потом в конце посмотрим тональность, где наименьшее количество баре. Первый аккорд F. Тональность песни фа мажор. Следующий аккорд си бемоль. Мажор. Средняя посадка на первом ладу. Так, берется. И этот же аккорд я еще беру вот здесь на шестом ладу верхней посадки. На шестом ладу. То есть кому легче после F тем же шаблоном переместиться на шестой лад, то, пожалуйста, играйте так. Аккорд DM следующий. Также я его играю замены при помощи бары на пятом ладу. Нижняя посадка формы AM. Аккорд DM. И аккорд ми бемоль мажор, который вообще не относится к этому аккорду, к этой тональности фа мажор. Вот здесь ми бемоль мажор на шестом ладу средняя посадка, то есть как и аккорд B, B. Можете играть в таком вот порядке, F, B, B, и в таком положении, каком я показываю, чтобы на одном месте все располагалось. И сюда на ми бемоль мажор идете. Также есть аккорд C. Его я беру на третьем ладу вот здесь. Средней посадкой опять-таки как аккорд B, B, C, да? Ну, еще тут подальше можно взять, но это, думаю, не обязательно. И еще один аккорд соль минор есть. GM на третьем ладу. По сути, вот все аккорды, которые нам нужны, я показал. Давайте приступим к разбору. Все начинается с далекого приближения фраз «Праздник к нам приходит». Издалека поем. Играются тут аккорды, как и в куплете. F, си бемоль мажор. Давайте буду показывать си бемоль мажор, то есть наиболее близким способом зажатия. BB, аккорд DM и аккорд ми бемоль мажор на шестом ладу. Все это играем приемом palm mute и три удара вниз. Раз, два, три. Раз, два, три. DM. Раз, два, три. И BB. Раз, два, три. Что я делал? Издалека на прием ми palm mute играем, то есть ребро правой руки ставим на нижний порожек, чтобы заглушить струны. Играем три удара, раз, два, три на каждом ударе. После удара, на каждом аккорде три удара. И после каждого удара расслабляем левую руку, друзья, чтобы коротко прозвучал. И расслабили. Раз, два, три на каждом аккорде, но между этими ударами еще заполняющие по блокированным струнам делом, то есть когда расслаблена левая рука, то есть получается. То есть раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Везде эти три главных удара, но между ними вот на блокированных струнах. Можете сверху бить, как я, чтобы мощнее было, сочнее. Не забывайте расслаблять левую руку. Аккорд BB. Аккорд DM. Аккорд ми бемоль мажор. Почему я сейчас не взял аккорд DM простым способом? Потому что когда мы его откроем левую руку, мы блокировать не сможем чисто левой рукой, потому что у нас еще открытая четвертая струна. А нам нужно сыграть коротко, чтобы было классно. За первым разом все на palm mute играем. За вторым разом уже убираем руку и просто на открытых струнах. Вот и все, пробуем петь. Праздник к нам приходит, 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 праздник к нам приходит. Ну хорошо, давайте пойдем как в
оригинале и посмотрим те самые, где место, где звучит колокольчик, самое известное место. Тут три главные функции играем, самые распространенные, то есть тоника, фа, субдоминанта, си, и до, доминанта, и снова тоника. То есть первая, четвертая и пятая ступень. Фа, си, четвертая и пятая, это до. Тоже берем таким же способом, чтобы коротко прозвучало. Итого. И все, в это время звучат колокольчики. То есть фа, си, пауза, до, фа. Еще раз. Фа, си, пауза, до, фа. Хорошо, и дальше начинается куплет. Такой же бой, как был в начале. Играем левой рукой, то есть расслабляем. И поем куплет. День за днем все ближе, праздник нам идет. Вместе с Кока-Кола встретим Новый год. Дальше аккорды меняются. Это продолжаем куплет. Аккорд си бемоль. Аккорд F снова. Аккорд ми бемоль мажор и аккорд GM. Это за первым разом. За вторым опять BB, F, D, ми бемоль мажор и C. BB можете брать здесь, то есть отсюда начать можете. Итого получается. Всех наполнит счастьем новая звезда. Новый год сплотит нас навсегда, навсегда. То есть вот понятно, да, такой переходный момент. Дальше идет бридж, связывающий куплет и припев, где поем «Праздник к нам приходит». Один круг таких же аккордов, как в куплете в начале, то есть праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит. И дальше уже начинается припев, то есть на ми-бемоле нужно пару ударов сделать. Что же петь в голосе? Зажимаем третью струну на втором ладу, нота ля. Четвертая струна на третьем ладу и на пятом. Здесь нота фа, здесь соль. Итого получается. Ля, фа, соль, ля, соль, фа. То есть получается. День за днем все ближе. Дальше. Праздник нам идет. То есть то же самое. Увидите за вторым разом. Вместе с Кока-Кола встретим Новый год. Молодцы, дальше продолжаем. Всех наполнит счастьем новая звезда. Что играем? Так, третью струну, четвертый лад, пятый лад, потом второй лад, потом четвертая струна, пятый лад, третий лад. Того. Потом четвертая струна, первый лад, ми бемоль. Получается первый лад, третий лад и пятый лад. И снова третий. И еще раз повторяем. Новый год сплотит нас навсегда. Что тут играем? То же самое же. Третья струна, третий лад, пятый, второй, пятый лад, третий на четвертой струне. Потом в последний раз. Играем тут что? Третий лад третьей струны, третий лад четвертой струны и пятый лад. Навсегда. И дальше пошло то место. Праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит. Новый год шагает по планете, праздник приближается. Знаем точно, что когда мы вместе, все мечты сбываются, поверь. Аккорды те же, какой же бой? Бой опять-таки клубный, который мы с вами уже 100 раз смотрели. Я его часто использую для таких песен.
ничего сложного. Давайте посмотрим его медленно. А попроще? Посмотрим. Удар вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Пополам разделите первые удары. Вот эти два удара вниз, они главные. То есть вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Разучите его хорошенько, вообще на автомате пойдет. Давайте облегчим бой, как он выглядит. Если хотите проще. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок, вверх. Много пауз, как видите. Давайте теперь вернемся к основному бою и сыграем на всех аккордах. Поете. Новый год шагает по планете. Праздник приближается. Знаем точно, что когда мы вместе, все мечты сбываются. Там сразу начинается тема колокольчиков, его мы уже проходили. Вот и все, а дальше пошел второй куплет, бой чуть-чуть только меняется. Просто вместо ударов простых вниз мы еще вверх добавляем, то есть не так, а еще более мелкими деталями играем. То есть ничего не изменилось, три главных удара, но между ними вниз-вверх-вниз-вверх удары идут. То есть вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх. А в быстром темпе это легко, звучит легко, сами не заметите, как будет рука играть. Думаю, бой понятен. Давайте, друзья, продолжим и попробуем спеть теперь медленно, используя вот этот самый бой. Быстро только он так круто звучит, медленно не очень. Пробуем. Второй куплет. Тот, кто ищет счастье, пусть его найдет. Новый год нас снова вместе соберет. Продолжаем дальше снова такие аккорды, продолжающие куплет. Си бемоль мажор начинаем. Давайте отсюда. Нас объединяют общие мечты. Все осуществится, если рядом мы. И все, то есть таким вот несложным приемом играем второй куплет. Дальше начинается на тех же аккордах бриджик, связующий куплет и припев. Один проход всего лишь. Тут у тебя опять-таки три главных удара. Я их распределил, два удара вниз и один удар вверх, а между ними заполняющий удар вверх-вниз сделан тоже, то есть вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть остальные удары на блокированных струнах, то есть расслабив пальцы играем. Вниз, вверх, вниз, вверх.
вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Выделяйте вот эти главные удары. Праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит. После этого начинается припев. На ми-бемоль-мажоре можете просто удар вниз сделать. И пошел снова-таки наш холодный бой. Тут уже сами поем, то есть. Веселье приносит ты вкус водящий, праздника вкус всегда настоящий. То есть вот, ничего сложного, простые удары вниз, но что у нас звучит здесь в голосе? Здесь новая мелодия в голосе, потому что до этого момента мы здесь играли только на колокольчиках. То есть не пели, а теперь поем. Мелодия также начинается с ноты ля, потом си, то есть на третьей струне, второй лад. Третий лад, второй. По сути, вот такая мелодия. Но мы там чаще повторяем некоторые ноты, что на колокольчиках делать не нужно. Там ровно нужно сыграть вот так. А в голосе что звучит? Веселье приносит ты вкус бодрящий, праздника вкус всегда настоящий. То есть почаще нужно повторить некоторые ноты. Итого, третья струна. А, сначала четвертая струна на третий лад, потом сразу третья струна на втором ладу. Три раза. Раз, два, три. Потом на четвертую зажимаем третий лад третьей струны. Потом снова второй. Потом два раза. Коротко можно сказать. Четвертая струна на пятом ладу. Потом снова второй лад третьей струны. И третий лад четвертой струны. За вторым разом уже с ля начинаем. Два раза ля, то есть третья струна на втором ладу, потом пятый лад, третий лад, остановка, да, второй лад, потом четвертая струна на пятом ладу, два раза, и снова пятый лад третьей струны, второй, и третий лад четвертой струны. Это нужно петь в голосе. Как попасть, друзья? Вы же не знаете, начнете петь там веселье приносит и вкус, то есть вообще атонально, куда-то вне тональности. Поэтому взяли, сыграли эту, выучили мелодию. И повторяем, попасть нужно. Веселье приносит и вкус бодрящий. То есть вот именно попасть в эти нужно. Чтобы вот это звучание ноты слилось с вашим голосом. Точнее, ваш голос должен слиться с этой нотой. Что вам нужно, играя вот эту самую мелодию на гитаре, спеть ее же. То есть... Веселье приносит и вкус бодрящий, праздника вкус всегда настоящий. И все, и уже потом без этой мелодии спокойно попадете. Веселье приносит и вкус бодрящий, праздника вкус всегда настоящий. Ну что ж, друзья, теперь вы сможете исполнять эту песню за столом, в кругу друзей. Будет очень клево, атмосферно. Эта песня у всех на слуху, потому что она с детства уже крутится. С детства она внушает про то, что Кока-Кола это круто. Ну, с этим я... Давайте не буду спорить, просто мое мнение совсем другое. Друзья, разучили песню. Если понравилась песня, понравился разбор, ставьте лайк обязательно. Это небольшое спасибо за мои старания и труды. Ну что ж, приближается Новый год. Буду снимать последний ролик в этом году, где с вами подведем итоги по обучению на гитаре. Пожелаю вам хороших выходных, друзья, хороших праздников заранее. Не забывайте подписываться на музыкальный блог «Хижина музыканта», чтобы уже в новом году быть в курсе всех новых песен. Январь – это самый плодотворный месяц для меня, как и
летние месяцы, потому что в эти месяца я отдыхаю и полностью отдаюсь записи видосов. Так что ждите, будем бомбить новые видосы, ребята. Кстати, до 31 декабря действует 20% скидка на мой самоучитель по игре на гитаре, который называется «Освоим гитару за 7 дней». Она находится в описании под видео. Находите ссылку, нажимайте, переходите. Это вам от меня небольшой подарок на Новый год. Всем до скорых встреч. Пока.